Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как можно сшить трикотажную юбку без выкройки. Для пошива такой юбочки нам нужно снять всего несколько мерок, измерить окружность талии, окружность бедер, измерить высоту бедра, а также длину самого изделия. Окружность талии и окружность бедер делим пополам, то есть измеряем половину этой величины и от каждой величины отнимаем по 2 сантиметра. Обычно, когда мы шьем какие-то изделия, мы добавляем несколько сантиметров на свободу облегания. Здесь же наоборот, так как трикотаж у нас тянется хорошо, мы уберем несколько сантиметров, чтобы юбочка сидела хорошо по фигуре. Ну и давайте приступим к раскрою. Я буду кроить прямо на трикотаже. Вот сверху у меня идет кромка, то есть это у меня идет долевая нить вдоль кромки. Я поперек долевой сейчас отмеряю половину мерки обхвата бедер. Минус 2 сантиметра. В моем случае это 45 сантиметров. Столько же откладываем с другой стороны. И соединяем эти две точки между собой. У нас должен получиться прямоугольник. У меня отрез всего 60 сантиметров в длину, поэтому я буду кроить на всю длину этого отреза. Сейчас я вот здесь с одной стороны выровняю отрез, так как он немножечко кривой. Со стороны кромки не забываем оставить припуск на шов. И теперь с одной стороны отмерим середину. С этой стороны у меня будет талия. Теперь по этой стороне нам нужно отложить нашу мерку, половину окружности талии минус 2 сантиметра. В моем случае это 33 сантиметра. Я делю эту мерку пополам и откладываю от середины в обе стороны по 16,5 сантиметров. Теперь со стороны талии вниз отложим по 1 сантиметру. Это у нас будет припуск на шов, то есть припуск для притачивания резинки. И от этой точки отложим мерку высоты бедра. У меня это 23 сантиметра. И эту точку нам нужно плавно соединить с линией талии. От бедра юбочку надо немножко заузить. Обычно юбочки заужают на 3-5 сантиметров. Так как у меня юбка не до колена, а чуть повыше, я заужу с каждой стороны на 4 сантиметра. И эту точку я теперь соединяю с точкой, где мы отметили линию бедра. Я показываю раскрой с лицевой стороны, так как на изнанке просто у меня белый мел будет не видно, но вы кроите юбочку с изнаночной стороны. Теперь в середине нашей талии вниз отложим 1 сантиметр и соединим плавными линиями с боковыми швами на талии. То есть мы делаем новую линию талии на юбочке. Так юбочка будет сидеть лучше. Вырезаем с одной стороны, оставляя припуск на шов. Так как я буду стачивать на оверлоке, я делаю припуск 0,5 сантиметра. Складываю эту деталь пополам и вырезаю с другой стороны. Вырезаем по линии талии. Здесь у нас припуск на шов 1 сантиметр. Также я выровняла низ на юбке. Также я выкроила вторую деталь юбочки, то есть я просто перенесла полученную деталь на ткань. У меня получилось две одинаковых детали. И теперь, когда мы выкроили юбочку, давайте будем приступать к пошиву. Складываем две детали лицом к лицу и скалываем их в боковых швах. Стачиваем боковые срезы.
Я буду шить на оверлоке, четырехниточным оверлочным швом, и иглы у меня для трикотажа номер 75. Боковые швы утюжим на сторону спинки. Теперь низ юбочки я обработаю на оверлоке. Так как у нас юбочка без молнии, на талию я буду делать резинку. У меня резинка шириной 2 сантиметра. Я делаю ее немножко короче, чем верх на юбке, примерно на 4 сантиметра. Сейчас резинку стачаем в кольцо. Швы вот эти вот разложим в разные стороны и отстрочим. Верх на юбке я также обработала на оверлоке, и теперь нам нужно пришить на юбку резинку. Будем ее пришивать с лицевой стороны. Я разделила резинку на 4 части и также отметила середину на передней части и середину на задней части юбочки. И теперь я совмещаю эти метки. Так как резинка у меня короче, чем сама юбка, во время притачивания я буду ее немножко растягивать. Буду пришивать ее на швейной машинке зигзагом. Я сделала пробную строчку на кусочке ткани, проверяю, как она у меня растягивается. И сейчас вот этой строчкой я буду пришивать резинку на саму юбочку. Строчку я буду прокладывать близко к краю резинки, вот с этой стороны. Резинку я переколола вот таким вот образом, то есть у меня не край в край, а 1 сантиметр только заходит на резиночку. И сейчас растягиваю резиночку. Сам трикотаж стараюсь не растягивать. И так шью по кругу. Лучше использовать резинку ближе к тону ткани. То есть мне, по идее, лучше нужна была, конечно, черная резинка. Но так как у меня ее не оказалось, я пришила белую. Теперь эту резинку отгибаем вовнутрь. И поставим со стороны боковых швов закрепляющие строчки. Строчку будем прокладывать прямо в сам шов. Низ на юбочке я подогну на 2 сантиметра и приклею на паутинку с помощью утюга.
утюжим низ юбочки, утюжим верх юбочки, и наша трикотажная юбка полностью готова. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!